Шиека Федра. Как снять счетчики? Итак, еще раз. Как снять счетчики на Шиека Федра? Сперва нам нужно открыть дверку. Когда мы открываем дверку, Шиека гаснет у нас. Для того, чтобы запустить ее, нам надо заблокировать кнопочку на двери. Вот она торчит. Для этого мы можем использовать или зажигалку, не всегда она подходит, или какую-то резиночку, трубочку, которую я оставляю вместе с ключом на аппарате. Все, мы заблокировали кнопку, запустился аппарат. Готов. Дальше нам надо поднять эту дверь и найти снизу рычажки, кнопочки. Вот они. Подписаны они у нас P1, P2, P3. Нам надо рычажок P3 наклонить в левую сторону и услышим писк. Дальше можем закрыть дверь, вернее опустить ему морду. И ищем пункт статистика. Мы находимся в обслуживании по умолчанию. Нажимаем один раз вверх. Вот вверх, вот здесь вниз, вот это E, это Enter, это C, это Cancel, сброс. Мы клацаем вверх до статистики, входим в статистику, Enter. Дальше клацаем до пункта 2.7. Это счетчики напитков и кофе, нам они не надо. Нажимаем здесь Enter, 2.7.1. И нажимаем вверх. И вот здесь мы видим конкретно напиток 1 и общий счетчик 333. Еще раз нажав вверх, мы видим напиток 2, общий счетчик. Также напиток 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 напитков, 8 счетчиков разных. Промежуточный счетчик – это число, которое можно обнулить. Общий счетчик – число, которое не обнуляемое. Проклацываем все счетчики, переписываем числа. Восемь. Чтобы выйти, клацаем C несколько раз. Когда он спросит у нас выход, нам ему надо сменить нет на да и подтвердить Enter. Дальше аппарат перезагружается.